Сейчас я покажу два способа, как сделать шнурок при помощи крючка или спиц. Давайте начнем со спиц. Берем спицы, нить, набираем на спицы 3 петли. Спицы можно взять как чулочные, как у меня, либо кольцевые, но короткие, так будет удобнее. Набрали 3 петли и провязываем их лицевыми петлями. 3 петли передвигаем на противоположную сторону спицы. Снова берем нить и начинаем вязать снова лицевые петли. Все будет вязаться лицевыми петлями. Вторая, третья. Опять передвигаем. И все время вот так нужно будет передвигать петельки. Получится у вас таким образом полый шнур, так называемый айкорд. То есть как бы у вас первая петля всегда первая. И, в общем, каждый раз передвигая их, вы вяжете свои 3 петли, начиная с первой петли. Вот потихоньку уже вырисовывается шнурок. И вот таким образом вяжете. Получается вот такой круглый шнур. Он очень красиво смотрится, очень декоративно, прям настоящий шнурок. Таким образом. Ну, как вы видите, так достаточно долго его вязать, на мой взгляд, но результат того стоит. И сейчас я покажу, как вязать похожий шнур, но уже крючком. Берем крючок, берем нить, и если мы набирали спицами просто 3 петли с края, и этот кончик от наборного края у нас не был задействован в вязании, то в данном случае он будет задействован. Поэтому нужно брать где-то в середине вашей нитки. Сейчас я расскажу по расходу. Вяжется он так. Набрасываете нить на руку. Ближе к вам вот сюда идет край нити. Крючком подводим снизу. Делаем первую петлю. Так вытягиваем, продолжайте также держать нить. Я сейчас покажу как бы медленно, потом в быстром варианте. Набрасываете нить, вот который от наборного края кончик, на крючок, а той частью, которая идет клубка, провязываете наброшенную петельку. Набрасываете, рабочий провязываете, набрасываете, рабочий провязываете, набрасываете. Посмотрите, как быстро растет ваш шнурочек. Чтобы вот так не набрасывать, можно опять-таки, как при наборе, держать вот так нити. И уже быстрым способом просто провязывать. То есть набрасываете от себя и провязываете 2 петли. Смотрите, сколько я уже связала. Вот такой получается шнурок.
такими бороздками, только с одной стороны есть у него такие бороздки. Вот, вот с этим же сравним. Это пухлее шнурочек. Со всех сторон у него петельки лицевые, более круглый, да, более такой пышненький. Этот шнурочек потоньше, но зато вязать его очень быстро. Если вы хотите сделать вот этот шнур толще, то его утолщат только при помощи удвоения нити. То есть тогда складываете нить вдвое и вяжете вот вдвое нить вот этот шнурок. Но вяжется он очень быстро. Для капюшона я связала вот именно такой шнурок, провязала его в две нити. По расходу идет расход вот этого наборного края примерно в два раза. То есть если вам нужен шнур длиной метр, то вот этот кончик вы отмеряете 2 метра.